Привет, друзья! Продолжаем следить за развитием нашей пустельги и решили уделить внимание такому моменту, что вот многие пишут в комментариях, что как же она будет выживать на воле, если мы ее приучаем есть из рук. Вот мы решили подложить ей резиновую ящерицу и посмотреть, что будет. Как видите, она ни на минуту не растерялась и сразу приняла ее за жертву. И посмотрите, вот она начала ее разделывать именно со слабых мест. Это с головы, ногой держит за горло, пытается выковырить ей глаза, рот. Вот именно с тех мест, где это делает любой хищник в природе. А ведь ее никто этому не учил. И никто не показывал, и она это даже нигде не видела. Это уже программа, заложенная в ней, и на воле она будет именно действовать по этой программе, ничего с ней не случится, инстинкт сработает, и она будет охотиться, добывать себе пищу. Вот. Особенно, когда она голодная, у нее эта программа очень хорошо работает. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить момент, когда мы будем выпускать ее на волю.